УАЗик Юрика. Юрик там, Снежанка с Добромиром что-то ковыряют. Мы на коп приехали. Всем приветище. У меня первый толковый сигнал. Первый проволока была, и вот второй. Монитосинка выпала какая-то. Ну, это советы. Советы. СССР. 15 копеек, рамочник, 47-й год. Ищем дальше. Вот такой спуск. О, опа. Вот туда спуск пошел, мы сейчас будем ходить вот здесь. Мы недалеко от того места, где я пятак Катин поднял. Может, туда подъедем еще. Ищем дальше. Так, ребятки, очередной сигнальчик на склоне. Смотрите, что я вижу. Я еще и лопатой заделал. Только иду, думаю, ни одного креста в этом сезоне. Лепесток. Ищем дальше. Так, очень хороший сигнал. 21-22. Ну, на границе монеты и водочной пробки. Капнем. Опа. Скорее всего, пробка водочная. Где монеты? Да, водочная пробка. Почему так ровно? Потому что ближе к современной. Не берем. Юные копатели. Че роют? Не знаю. Юрик ходит на склоне. У меня очередной крест. Смотрите. Красавчик лежит как. Ай, он сломанный. Сломанный не мной. Сломанный при жизни был. Печально. Ну ничего, тоже находка, берем. Ищем дальше. Мы, короче, вернулись на место, где я пятак поднял. Гляньте, какая красота цветет. Пятак я поднял вот там. Там далеко. Но мы пока туда не идем. И тут еще одно местечко проверяем. О, потерял я. Где он? А, вот. У меня сигнальчик. И советинка выпала. Мелочи приятно. 2 копейки 38-й. Ого! 38-й год. Должен стоить хорошо. А? Фокус. 2 копеечки 38-й. Ищем дальше. Ребятки, очередной сигнал. Я думал, что это пробка. Но это какая-то накладочка красивая, смотрите. Надо мыть, я не знаю, что это такое. Конинка, наверное, такая красивая. Не знаю, что это. Но вот такая красота. Берем, ищем дальше. Природа просыпаться начинает. Весна. Смотрите, какая красотулечка. Лапы задние холодные еще. Хвост целый. Вот такая вот. Собачулька. Ой, собачулька, говорю, ящерюлька. Мы ее отпускаем. Пусть бежит. Вот она. Все. Такая красотень. У меня очередной сигнал. Конина. Угу. Поверхностная. Красивая. Кто-то выкидывает, я забираю. Очередной мне сигнал, походу очередная советинка. Не, пробка. Как только включаю съемку, так попадается шмурдяк. Ищем дальше. Я же говорю, как только камеру не включаю, так сразу что-то выпадает. Да,
поздние советы. Но это убитые, ушедшие. Я даже не вижу, что это. Двушка, наверное, либо трешка. 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 А какой год? Даже год не видно. Ладно, возьмем, разберемся потом дома. Опа, смотрите, что Юрик нашел. Ну, по традиции, бахнули лопатой ее. Без этого никак. 5 копеек, 1865 год. Смотрите, какой сохран. Орел, посмотрите, орла. Орел жив, цел. Жив, цел орел. Что-то я ничего не вижу. Вот так, наверное, лучше было. Ну-ка, на, подержи его. Вот тут я его сейчас запечатлю. Да, орел хорош. Да, я закрою просто. Этот. Подожди, стой. Кольцо закрою. Зачем? Шикарен. Ну, я вас поздравляю, дядя. Угу. Первый метр в этом году. И класс. Какая? И какая? Хоть не в пустую. Да. Ну, ищем дальше. Друзья, Юрик проверяет яму и смотрите. А? Видит кто? Вот он. Смотрите. О! Хо-хо-хо-хо. Такой же. Красавчик. Ох, сохран. 5 копеек, 1863. Тоже 63-й? Да. Одногодки. Одногодочки. Глянь, какой сохран у него. Ёлки-палки. Красотень. Пушка. Пушка. Смотрите. А? Вот так вот, ребятки, бывает. В одной яме. Ох, хорошо. Ваше впечатление. Сезон по меди открыть. Вот так вот. Ищем дальше, еще есть где искать. А, не. Юрик там кружится. Где у него два пятачка. Я чуть пониже спустился. У меня манитосинка. Смотрите, вот она лежит. Советинка. Сейчас мы посмотрим ранние советы. Копейка 33-го. Хороша. Копейка 33-го. Ищем дальше. Что у нас попалось место, где из ям всегда прет две монеты. Только у всех разные. Да, дядя Юр, у всех разные монеты с ямы прут. По две штуки. У кого-то. О, копейка 37-го. А? Дядя Юр, как ты думаешь? 1100 стоит? Копейка 37-й год. Красота. Ищем дальше. Я сегодня, короче, решил по советам отработать, походу. 5 копеек. 52-й год. Убитые при жизни. Берем. Ходим дальше. Сейчас чуть походим, уже надо домой собираться. Так, друзья, мы, короче, все на сегодня. Ну, вот они, два сегодняшних просто шикарных пятачка. 63-й, 65-й год лежали в одной ямке. Юрик их выцепил вообще великолепно. О, смотрите, орлы какие отмоются. Вообще шикарные монеты. А вот говорят, ямок куча. Вот среди ямок профессионально, да, дядя? Ага. Профессионально выдернул два пятачка. Ну и у меня тут две конинки. Вот конинка. И что там ползает-то по голове? Вот накладка какая-то. Ну, наверное, тоже конина. Ну и ранние советы. 33-й копейка, 37-й, 2 копейки 38-го, 2 копейки 39-го. Пятачок 52-го. Тут вот ранний троечок, но он убитый. Рамочник и два крестика. Вот как бы все. Не знаю, мне понравился сегодня вообще выезд наш, поэтому все шикарно. Смотрите, какие. Вот они. Все, всем пока. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Мы поехали домой.